Что ж, время идет, и компания Asus выпускает все большее количество моделей планшетов, стараясь закрепить свои позиции на рынке. А поскольку эксперименты тайваньский производитель действительно любит, ассортимент растет как на дрожжах. Здесь и Nexus 7, выпускаемый в содружестве с Google, и доступный 7-дюймовый планшет MemoPad HD 7, вобравший в себя все лучшее от первого Nexus 7, и именно о нем сегодня мы и поговорим. В небольшой коробочке находится сам планшет, компактное зарядное устройство, USB кабель, документация и специальная подставка. Она может пригодиться при просмотре фильмов или чтении за столом, например. Пожалуй, единственное, что MemoPad не перенял у Nexus, это заднюю крышку с покрытием Soft Touch. Вместо этого тут пластиковые задники 5 цветов – белого, синего, зеленого, розового с глянцевым покрытием и матового серого. Корпус имеет типичные для устройств Asus очертания со сглаженными углами и достаточно широкими рамками вокруг экрана. Всю поверхность от края до края занимает защитное стекло, под которым находится матрица дисплея, а чуть выше ее фронтальная камера. На правом боку планшета разместились кнопка питания и качелька регулировки громкости. Слева только прорезь слота для карт microSD. Порт microUSB, разъем для подключения гарнитуры и микрофон находятся на верхней грани. На тыльной стороне корпуса виден глазок основной 5-мегапиксельной камеры и длинная сетка, под которую спрятаны два динамика акустической системы. Учитывая глянцевые поверхности, стоит подумать о приобретении обложки, которая сбережет планшет от царапин и потертостей. MemoPad HD 7 получил IPS-матрицу с диагональю 7 дюймов и разрешением 1280 на 900 пикселей. Надо признать, что в планшетах Asus сейчас устанавливаются одни из самых лучших дисплеев на рынке. Во всяком случае, среди 7-дюймовых устройств. Здесь превосходная заводская калибровка, отличные углы обзора и точная цветопередача. Можно похвалить и сенсор, поддерживающий до 10 одновременных касаний. Благодаря двум стереодинамикам и технологии Asus Sonic Master, планшет неплохо звучит. А среди предустановленных приложений имеется Audio Wizard, предлагающий 6 режимов для различных сценариев использования. Прослушивание музыки, просмотра фильмов, игр, записи звука, речи и при включенном режиме энергосбережения. MemoPad HD 7 оснащается процессором MediaTek MT8125 с 4 ядрами Cortex A9, каждая из которых работает на частоте 1,2 ГГц. На борту имеется 1 ГБ оперативной памяти и 16-гигабайтовый флеш-накопитель. Расширить этот объем можно еще на 32 ГБ с помощью карт памяти microSD. Для обработки графики используется одноядерная версия ускорителя PowerVR SGX544MP. Это достаточно производительный чип, который в разных вариациях применен как в бюджетных устройствах, так и во флагманских моделях наподобие iPad 3, iPhone 5 и Galaxy S4. Он отлично показывает себя и в тестах, и в играх. Все работает без проблем на высоких настройках графики. В MemoPad HD 7 стоит батарея емкостью почти 4000 мАч. На одном заряде планшет держится до 10 часов в режиме веб-серфинга, чтения и прочих повседневных задач. Если смотреть видео в онлайне, то время работы уменьшится до 6 часов. А если вы любите поиграть, то можете рассчитывать приблизительно на 3-4 часа работы планшета. MemoPad HD 7 работает на базе операционной системы Android 4.2.1 Jelly Bean. Интерфейс несколько доработан программистами Asus. Небольшим изменением подверглась шторка уведомлений, меню настроек, а также добавилась четвертая управляющая кнопка в левом углу экрана, отвечающая за быстрый вызов приложений и виджетов. Список их можно настраивать как угодно. В отличие от первого Nexus 7, планшет имеет не одну, а целых две камеры, что является несомненным достоинством. Фронтальная камера с разрешением 1,2 мегапикселя подойдет для видеозвонков, а основная 5-мегапиксельная, расположенная на спине планшета, сгодится для съемки чего угодно, заменяя компактный фотоаппарат. Вспышки нет, зато есть автофокус. Кроме того, доступна панорамная съемка, а также множество дополнительных эффектов.
В режиме видеосъемки камера позволяет снимать ролики с разрешением Full HD. Как я и сказал в начале, Asus MemoPad HD7 вобрал в себя все лучшее из первого Nexus 7, но и получил ряд нововведений. Превосходный экран, отличная производительность, наличие кардридера, две камеры, обновленный Android и яркие расцветки корпуса. Кстати, обновления для системы вы будете получать максимально быстро, благодаря сотрудничеству Asus и Google, а это серьезный бонус. Так что проблемы выбора 7-дюймового планшета просто не существует. Если не Nexus 7, то MemoPad. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. С вами был Свят. Счастливо!